Мы в гостях у отца Игоря Бобрикова, Адыгея, хутор Карцево. Вот он, его огромный дом, автомобиль Нива. Там сам батюшка, отец Игорь. Виктор, идет к храму, подъезжайте. Начинает российский, но он из тяжелого материала, поэтому... Российские десантные и воздушные, военно-воздушные силы. Да. Ну, по принадлежности все. Я в детстве мечтал, батюшка, быть летчиком и космонавтом. Но так моя мечта не сбылась. Читал много об этом. Нас вот, когда я служил, приезжала комиссия, проверяли. Вот отобрали 4 человека из 7 тысяч. Потом все 4 человека врачи все равно зарезали. У того, значит... Космос, да? Да, у того ключица при родах переломана была, у того там еще что-то такое. Отбор очень строгий. Ну тогда был строгий, это сейчас. Сейчас не так строго. Сейчас уже гражданские летают, тогда очень строго было. Ну правильно это было, конечно. Батюшка, со скольки лет вы с парашюта прыгали? Я начал в 1956 году. Это вам было сколько? Ну, 15. 15, да. Ну вот прыгаю до сих пор уже сколько? Ну, много лет, скажем. Нормально, что. Уже страха нету, наверное, да? Страх всегда есть. Страха у дурака нету. Так он, а то и дурак. Господи, благослови, прыгнул. Ну вот мы по субботам. Сейчас вот клуб начинает возрождаться, по субботам прыгаем. И здесь вот я ж вот эту вот детскую летную школу, молодежный центр делаю. Здесь тоже парашютный класс есть, летный класс есть. Сейчас это доделаем, откроем в этом году, Бог даст. И слава Богу. Ну, надеюсь, вот под аэродром дадут земли. Чтоб здесь прямо. Не куда-то ездить, прыгать, а чтобы здесь прыгать. Так что приезжайте. А если до субботы. Спаси Христос. А если до субботы побудете, в субботу сам лично брошу. Самолет у нас есть, подниму, брошу. А самолет какой? Ан-2. Ан-2. Кукурузник. Кукурузник. Ну. Легендарный. Еще лучше машины никто не придумал. Никто. Ну давайте, подъезжайте к церкви. Хорошо.